В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Сдержать его, о чем не устают повторять медики, могли бы все те же проверенные методы – прививки, социальная дистанция и масочный режим. Соблюдение последнего пункта этих рекомендаций руководство администрации Харциска решило проверить в рейде по городу, организованном совместно с санстанцией и городделом полиции. Предупреждающая надпись «Без маски не обслуживаем» на входах в магазины, общественный транспорт и в различные учреждения города сегодня скорее правило, чем исключение. Другое дело, что выполнение условий этого предупреждения абсолютным правилом так пока и не стало. Нарушителей масочного режима не пугают ни риск заражения, ни даже административная ответственность. Сегодня глава администрации Харциска Виктория Жукова лично проверила сознательность граждан, находящихся по обе стороны прилавка. На данный момент работает у нас программа по антиковидным мерам, поэтому сейчас на свежем воздухе, в масочном режиме, с социальной дистанцией проводим проверки объектов на соблюдение всех санэпиднорм. Рекомендации все написаны в указе главы, не рекомендации, даже поручения. Действительно много заболевших людей, поэтому нужно предостерегать заболеваемость. Участники рейда в первую очередь обращали внимание на соблюдение людьми масочного режима и выдерживание социальной дистанции. В большей части торговых объектов, как показала проверка, к соблюдению требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции подходят со всей ответственностью. Впрочем, без нарушений не обошлось. Сегодня уже мы увидели рабочий автобус, там, где водитель не захотел одеть маску, сказал: «Я шахтеров вожу». Ему как бы дали понять, что шахтеры – это тоже люди. Предупреждение на водителя составлено. Также провели рейд по многим торговым объектам. В основном все молодцы, масочный режим соблюдается. Единичные случаи были, в частности, на территории, возле территории больницы Пирожковая. Не была одета маска, не было перчаток. Поэтому вот жителям тоже прошу обращать внимание, когда они обслуживаются, чтобы у продавца были маски, была маска одета, перчатки, потому что это как дополнительное предостережение. Практика проведения подобных рейдов в Харциске будет продолжена до полной победы над коронавирусом. Обращение одно для всех – соблюдать все противоковидные меры. В указе прописано 65+, по максимуму желательно дома находиться, если выходить в случае необходимости за покупкой продуктов, либо в аптеку.